Без подготовки нечего пробовать, говорю сразу. Да, это очень тяжело, особенно в такую жару. Всем привет, короче, кто смотрит. Мы с Владом сегодня будем бежать, короче, жестко. Наверное, тридцатку будем бежать. На улице просто сейчас 35 градусов. И мы как раз 35 почти километров будем. Да, нормально. Тупо хот-ран. Хот-ран, короче, именно такой для нас двоих. Сейчас мы пойдем купим необходимые там еще бананчики, водичку. На шатыря, наверное, возьмем, потому что реально очень жарко. Первый раз буду в такую жару бегать. Такие, ну, такой километраж. Вот. И будем выходить на старт. Там еще раз снимем. А следующие съемки уже все будут бегать. Короче, удачи это Влад, всем. Удачи это всем. Я сейчас энергичный, такие веселые, через, блин, поддержите нас. Часа два будете все охеревать с нас. Часа бледный. Через два мы вам порыгаем немножко. Влад там словит бледного. Все, мы, короче, походу выходим на стартовую прямую. Будем стартовать напротив космоса. И бежать вон в ту сторону. Вот сейчас как раз пройдем дорогу. Быстро, быстро. Короче, сейчас последнее приготовление и начнем бежать. Там надо запускать шагомеры, все дела, не буду снимать начало бега. Запускать Prodigy в наших ушах. Да, 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 не буду этот самый. Эй, короче, блин. На километрах 8, да? Да, 10. На 10 мы будем с вами на связи. На десяточке мы снимемся, как мы там бежим, рассказываем свои первые впечатления. Ну все, короче, да, будьте хотим с нами. Напомнить, что 35 плюс на улице. На данный, да, реально очень жарко. Типа жарко вообще какое-то. Все там. Бежим уже 10 километров, блядь. Охо, Влад, как ты вообще? Я очень еще неплохо, держусь. Лица отлично. Но уже усталость подкрадывается по чуть-чуть. Жара чуть влияет. Осталось еще 20 километров, оставайтесь с нами. Мы держимся, вам, наверное, намного легче, чем нам. Потому не досмотреть это видео, это грех, грех. Вот труба. Какая-то радиация, блин. Что это за труба вообще? Мы уже в Чернобыле, походу. Ага. Сейчас в Белоруссию побежим. Возле третьего реактора на месте уже. Вот оно, сталкеры, сталкеры. У меня даже трубка есть. Ну все, до связи. Выбежали на просторы. Українські поля, золотисті, без пшениці, але в траві, все Влад. Сонце тупо рубить, капець, вообще, блядь, жара убивает, еле-еле. Тянемся, тянемся. В общем, 15 кілометрів позаді. Траса более-менее нормальная. Осталось просто бежать. Сила нормальная, просто общая усталость. Ну это больше лень, чем действительно какие-то проблемы с телом, короче, самочувствием. Вот. На самом деле просто лень. Но мы ее побьем. Скоро откроется второе дыхание. Тем паче мы не такие слабенькие. Это не первые наши такие дистанции. Добежим. В общем, кому интересно, сделали мы это или нет, оставайтесь с нами. А кому не интересно, одевайте кроссовки, попробуйте сами. Ого-го, как рэп, ёпты. Короче, пробежали 19 километров. Почему снимаю раньше? Хотел вам показать такую красоту. И Влад бежит, да, круто. Это стоит того. Хоть и тяжело, но такие вот виды дома, блядь, за компьютером не увидишь. Ха-ха. Да, Влад? Всем привет, кто остается с нами. Влад, я вас приветствую. Погода стала очень комфортной. Ветерок легенький. Солнце уже так не печет. Температура упала. Отлично, просто отлично. Но сил просто тупо нет. К чему я веду? Мы заканчиваем на 25. Потому что у меня еще чуть-чуть сил остается, Влада вообще нет. Дальше бежать, просто себя гробить. Надо чуть подготовиться еще. Километраж-то не проблема, мы добежали бы. Но жара это вообще, конечно. Плюс 35, а на солнце все 40. Это, конечно, очень жестко. Вот Влад ведет вот такой хуй. Говорю, блядь. Что тут нема нормальной трассы, блядь? Куда ты ведешь, блядь? Пиздец.
В общем, мы добегаем 25 до финиша. Включимся снова, подведем итоги и посмотрим на наши уставшие лица. Хоть 25, казалось, это не 30, но поверьте мне, это очень много. Те, кто никогда не бегал такую дистанцию, вот Влад, например, до этого никогда не бегал. Она ощущается каждый километр, особенно после 20. В общем, до конца осталось совсем чуть-чуть, километр где-то, там и включимся. Так, мы закончили. В сумме оказалось, фух, сейчас включу вам дистанцию. Вот если видно. Сейчас, секундочку. Понял, вот. Вот дистанция 24 километра. К сожалению, на больше нас не хватило. Очень тяжело, по нас, наверное, видно. Вот Влад идет спереди. Умирает. Влад, скажи что-нибудь нашим зрителям. Они к нам, с нами додержались до конца тоже. Без подготовки нечего пробовать. Говорю сразу. Да, это очень тяжело, особенно в такую жару. Вот, плюс, ну, груз на спине мы взяли по 2,5 литра, плюс там бананы, ну, где-то по 5 литров, по 5 килограмм, вернее, было у каждого на спине. Это тоже вес довольно-таки приличный. Вот. Плюс половина дистанции была пересеченка. Вот где-то вот такая, я там включал, вы видели, постоянно. Была реально пересеченка, то есть по асфальту, конечно, было бы легче. Но по асфальту стрёмно, потому что машины летают. Вот так вот у нас в Киеве. Даже для вот такого вот, как это, аматорского бега на длинной дистанции ничего не готово. Разве что идти на стадион и наматывать круги. Но, честно говоря, намотать там, сколько это получается? Около 50 кругов, да, а то и больше. Это, блин, ну, гоним одно и то же самое. Музыку задолбывается слушать. Вот, так все отлично. Самое главное, что мы здоровы. Все хорошо. Силы восстановятся. И мы побежим. Обещаю вам, мы эту 30-ку все-таки добежим. Так что до новых встреч в эфире. Если какие-то есть вопросы, пишите в комментариях. Я вас прошу, если вы хотите погеройствовать, что вы бегаете лучше, дальше и быстрее, не надо. Я и так знаю, что очень много крутых бегунов. Мы только начинаем. Вот. Я считаю, для начала это очень неплохо. Все, до новых встреч в эфире. С вами был Игорь Влад. Влад, попрощайся.